величина, которая, скажем так... Для города Сочи это очень значимое событие, в том смысле, что на сегодняшний день в городе Сочи проходят практически все международные, как и российские мероприятия, культурного характера и спортивные мероприятия. Республики Беларусь и России. Разрешите мне от имени... Когда Советский Союз... Все лучшее, что было в Советском Союзе, надо возрождать. Наше единение – единственная вещь, которую мы можем противопоставить сегодня фашизму и тем негативам, которые происходят. А они происходят. Я настолько горд, что откликнулись практически все национальности. И даже представили те концертные номера, которые я, ну, вообще восхищен их желанием, их искренностью.